Сегодня мы приготовим имбирное печенье с помощью блендера Vitekva T3406. Нам потребуется 100 грамм сливочного масла, полстакана сахара, 2 стакана муки, 1,5 чайной ложки соды, 1 яйцо, 2 столовые ложки меда, 2 чайные ложки молотого имбиря, 1 чайная ложка корицы, 1,5 чайной ложки молотой гвоздики. Сливочное масло необходимо растопить на водяной бане, налить в мерный стакан, добавить к маслу сахар и перемешать с помощью венчика на первой скорости 30 секунд. Далее нужно добавить яйцо, мед, и взбить венчиком. К муке добавить имбирь, корицу, гвоздику, соду и перемешать. Муку со специями просеять через сито. Добавить половину муки в мерный стакан и перемешать венчиком на первой скорости 30 секунд. Затем добавить вторую половину муки и перемешать массу деревянной лопаткой. Собрать насадку для приготовления печенья. В форму вставить фиксатор. Установить форму фиксатор. В колбу вставить фиксатор и закрепить ее. Наполнить колбу тестом до максимального уровня, указанного на колбе. Поршень накрутить на ось. Вставить ось вовнутрь колбы более длинным концом вниз. Установить редуктор на моторный блок. Колбу установить на редуктор, так чтобы ось была вставлена в отверстие редуктора. Противень застелить бумагой для выпечки. Формировать печенье, нажимая на кнопку первой скорости в течение 3-5 секунд. Выпекать печенье при 190 градусах Цельсия 12 минут. Через 12 минут противень достать из духовки и дать остыть. Печенье готово. Приятного аппетита! Vitek. Здоровый взгляд на технику.